Вы слышите звук какашки, с ними он играет. Кырк, еди! Кырк, еди да мио! Сез бераз душу! Варныш, нерда вар? Кырк ики! Ик кырк ики! Бу кырк ики! Дорт ики! Эвет, ондан! 36! Сейчас снимайте! Олан вар ма 36? 39. O kız da hiçbir şey yok. Bu da klasikliseyi. Bende bir kaldı sayın seyirciler. 39. Жарище. 39. Душ принимаем по несколько раз. 39 işte. Ну, а я, как всегда, мою посуду, потому что посудомойка не выдерживает. Смотрите, тут моем, там, тут надо помыть. Все показываю, как есть. Ничего не скрываю. Я такая, какая есть. Сейчас надо воду заполнить. Вода идет очень быстро. Вот такие чашечки сегодня Ашкин принес. Купил. Я отсюда выпиваешь, тут еще и крышечки есть. Вчера вот такие принес для девочек и вот для Деми. Еще у нас в доме чашки, чашек полно и другие стаканчики. Сегодня у меня нет ни стирки, ни уборки, только в подъезде я помыла чуть-чуть, всегда коврик помыла. Вот и все, жарище неимоверное, друзья мои. Только что с душа пришла такая вся белая. Желтая, не знаю от чего, от этой фланга занавесок, как показать. Пиццу я придумала сегодня для детей. И сейчас у меня жарится вторая порция. Смотрите, самое главное, яйцо взбила. Положила первый слой лаваша. Сейчас оно хорошо пожарится, так чтобы отходило, да, я же почувствовала. Вот, переверну, положу колбасу, можно сыр и закрыть вторым слоем и жарить. Будем на медленном огне. Вот мои детки. Соль, зачем ты пользуешься чай? Смотрите, какая хулиганка. Сегодня у нас генеральная. Мы вчера отдыхали от уборки. Птички, кто не видел наших птичек, я их уже тоже искупала. Мои девочки. Принцесса очень идет на контакт хорошо. Шикер всегда пугается. Принцесса такая она, посмотри, активная какие. Девочка. Вот если вот она только хочет к нам подойти, а Шекер не дает ей. Принцессе, принцессе. Телефон там внутри. Почему не хотите? Почему Ирмочка не хочешь, а? Зубчик болит. Может, ей горячий. Чай добавить тебе, Деми? Ой, какая. Давай. Пустота. Если что, потом я вам расскажу рецепчик. Такие глазки у меня еще не проходят. У Ирмочки зубчик болит. Бабуля. На другую сторону. Бабуля, это я. Друзья мои, Эндер забрал Деми, а девчонки устроили пикник. Я их так уговорила остаться. Посмотрим, что они делают. Привет! У вас, у вас что там за тусовка? Пикник! Что вы кушаете? Булочки какие-то, не знаю. С чем? С мороженым. Приятного аппетита, девчонки! Очень вкусно! Попробуйте, если вы в Турции. Угу. Столько фруктов принес, столько всего принес Ашкым. Вы во всем управились. Приятного аппетита, я пошла работать. Спасибо. Деньги зарабатывать на фрукты. О, деньги? И моим девочкам устроила пикник. Шпинат они любят. Приятного аппетита, мои лапусики. Принцессочка. Она тоже любит сниматься, как мавиш наш. Кто пришел? Ашкидон. Ашки, мама, из панаковички или кисель? Гедрич, из панаковички. Что мы купили? Это помидоры. Пришел наш любимый Ашкин. Из базара пришел. И вот что он купил. Помидоры.
картошку. Бабуль, забыла, как это называется. Нектар. Нектар. Цены не знаем. Апельсин, потому что... Апельсин, нет, персик. Персик, да. Это у нас петрушка. Он купил бурак. Бурак и морковь. Морковь. А здесь бабуля делает котлетки. Котлетки. Обожаю котлеты. С кабачком и с фаршем. Обожаю бабулины котлеты. Купил капусту. Купил это кабачок, он купил. Вот лук. А Марит весь день помогает бабуле. Сегодня хорошая девочка. Чтоб сегодня успели шить. Зелень. И самое последнее это курдень. Виноград. Виноград, да. Еще, мои дорогие друзья, он купил дыню и арбуз. Арбуз и дыню. Бабуля вечером будет делать боре со спанатом, со шпинатом. Это что такое? Такая вкусная травка. А. Чтобы калории сжигались. А завтра сделаешь суп? Который... Это, которое из-за... Чтоб... Забыла, за как называется. Из кабачка, из нее. Все зафиксировала, можно прятать. Ну да. Пюрек со шпинатом и сыром. Вот что я сегодня решила приготовить на ужин. Такой тяжелый он. Тут полкило шпината с луком. С приправами. Нижний слой помазала кетчупом. Сейчас греется духовка. Поставлю. И еще что я приготовила. Вот такой полезный суп. Красная чечевица и кабачок. Завтра буду кормить детей, потому что они сегодня доели борщ. Вот. Это очень вкусно и это очень полезно. Испанакли бюрек со шпинатом и сыром. Всем привет, мои дорогие! С солнечного Мерсина, с чистого пляжа, с чистого моря. Вот когда стало платное море и пляж, пришел нормальный охранник. Вот тогда и море сразу очистилось. Пляж такой чистенький. Он с утра здесь все убрал. Детки мои купаются. Я сейчас решила себе кофеек заварила, принесла. Ой, жизнь, малина, боже мой. Сегодня я себя чувствовала как-то, знаете, как будто простуженная. У меня сколько лет не было такого состояния. И, наверное, и что-то мне носом шмыгало. Или аллергия такая вот на что-то сейчас, цветение. Я капаю глазки. Вот это вот моя проблема. А так замечательно все. Все-таки я решила проснуться 7:30. Детки уже быстро повскакивают. Ведь они ложатся, я им вчера говорила. Вы ложитесь, бабуля работает. Вы встаете, бабуля уже просыпается. Уже работает. Несмотря на все трудности, которые я иногда испытываю, я все равно благодарна за эти минуты счастья, которые я проживаю. Многие подписчики меня очень сильно поддерживают. Большое вам спасибо, да, когда внуки приезжают, бабули на каникулы. Это какое счастье! Сколько бабуля стала готовить уже. У нас так, знаете, и такие теплая дружеская атмосфера. Просто замечательно. Ой, аж кым. Мне очень помогает во всем. Вчера притащила такую сумку. Детей постоянно балуют мороженым, разными соками. Они так счастливы, так любят. А с мамой, папой все нормально. Многие из вас спрашивают, где они, как они.
Мама постоянно звонит, она с ней читает тоже. Несмотря на то, что у нее двое деток, она находит время как-то, беседы проводит, читает. Папа ночью вчера звонил. Все нормально, друзья мои. Они-то и не хотят особо общаться. Не знаю почему. Они все в своих делах погружены. Им вот знаете, что нужно? Никакие не занятия, ничем. Ну, чуть-чуть по, чем-то позанимаются, и все надоедает быстро. А на улице у них столько энергии выходит. Они бегают, 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 бегают. Ирмочка у нас такая нежная, мороженая, да, она кто написала из вас, обаятельная. Она такая ласковая, вот прямо как кошечка, все время возле нас. Если мой муж меня возьмет, поцелует или что, она так подвяжет нас. Парочка, 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 парочка. Ей так нравится. Такие теплые отношения между нами. И сама липнет, как пиявка липнет. Видите, столько людей купается. Я поплыла туда. Море действительно классное. Вот так вот я пью кофе и кайфую. Море такое замечательное, что мы не можем никак выйти из него. Нравится вам море, деточки? Да, у меня бесконечность плюсов. Плюсы или минусы? Какие минусы в море сегодня? В море что рыбы. А у меня 100 тысяч плюсов. 100 тысяч плюсов. А у тебя? У меня же минус рыбы и это. Где рыбы увидела ты? Ты сказала. Ой, сказала я, нету их. Я знаете, что сделала? Сейчас у меня минус. Почистила себя вот этой грязью. Надеюсь, в этот раз записывается видео. Да, вроде записывается. Обтерла все тело, почистила. Тело такое гладенькое стало. Ребята мои, мои ребятушки, да, мои любимые ребятушки. Мне нравится, что вот такой план, вот такой вот море. Спокойное. Мама, посмотрите, вы сами. Смотри, вот так вот, большие волны. Картулат зовут Хари Раме. Картулат, картулат тут Хари Раме. Масы и рогур масы. Кочах шен бебу, чемечки они бич. Шинс, шинс бебу картула траме. Хари. А, картула, рогур хар. Калбатону ирма. Расакете. Смотрите, что я умею. Пилеби садда карге. Смотрите, что я умею, да, наши травы. Вот, что она умеет. Вот так ложить, вот так, вот так, вот так. Вот так вот. Как тебе нравится? Вот так. Все, короче говоря, хватит, етер. Не надо, етер! Я пошла кофе пить. Я вас через 10-5 минут 10 зову. Мы возвращаемся. Просто сегодня замечательная погода. Даже 10 часов сейчас не жарко абсолютно. Смотрите, как моют, как ухаживают за этим, поливают. Мои детки. Детки, привет, привет, помашите. Детки, привет. Привет. Идем домой. Детки, сказала ребята. Самое главное, сделали. Твое дело, которое хотели. И впереди еще очень много дел у папы. Большой ребенок. Это маленькие ребенки. Я не маленький. Посмотрите, что нарисовала моя внучечка. Художница. Вся в бабулю. Я хочу художницей выйти. Я раньше, когда мне несколько, 3 годика, 4 годика стало мне, то когда я сразу взяла карандаши и начала рисовать. Ты как бабуля моя родненькая. Посмотрите, а кого это ты девочка нарисовала? Обычно. Обычную девочку. Ты-то бабулю можешь тоже нарисовать. Ну да, вот на бабулю смотри и рисуй. Какая красота. Полномахче. Мари, Мари. Я хочу больше.
Ну, а питосу.